матч с участием Краснодара. В начале этого сезона был матч с Амкаром. Ничья 1-1. Атака «Зенита». Ерохин под левый удар. 1-1. 1-1. Бывший игрок Краснодара Александр Ерохин. Счет сравнивает. Финтанул здорово, действительно убрал Рамиреса, пробил, и да, от ноги Гранквиста, еще и между ног Гранквиста, и куда-то ему там в заднюю поверхность бедра мяч попал Гранквисту. Да, и вот таким неприятным киксом влетает в дальний угол. Ничья 1-1. Кокорин, Дриуси, пас Дзюбе, Дзюба, гол! Ну вот смотрите, тренерский ход Симака. Кого выпустит? Выпустил Кокорина, нападающего. И сумели обострить, хотя это риск. Еще все впереди, и сейчас Витя Гали, и тем самым вышел игрок группы атаки. Перейра. Ой, как здорово. И пас. Мак выходит 1-1. Удар! Дриуси, да, кажется, но Дриуси с голубой каемочкой выдал пас. Это класс футбола, когда такая передача. Уже и матч ЦСКА. А вот здесь Вильена ошибся, об этом сейчас не важно. Дзюба! Момент! 1-1! Артем Дзюба реализовал выход 1-1. Ну и, конечно, Сердар Азмун оформил передачу, ну а как же ошибся Тони Вильена. По-моему, Иванович не трогал соперника, а дальше выход 1-1, и слева аккуратненько перебрасывает через голову Матвея Сафонова. Артем Дзюба 1-1, 2-2 у него на спине, и 1-1 на табло «Газпром-арены». Ракицкий очень активен сегодня, конечно, центральный защитник «Зенита». Вендел, Аздоев. Разворачиваясь, делает передачу. Кузяев катит и вкатывает этот мяч в ворота. 1-1. Алер Кузяев делает 1-1. И посмотри, никто не обратил внимания на Далера Кузяева. Ремика была. Мы говорили только что про претензии к нему с точки зрения оборонительных действий. И вот, будьте любезны, это он не добежал. Запоздалый отмах флажком. Вот помощника главного арбитра. Дзюба в борьбе с Кайо снабжает передачей Магомеда Аздоева. Здесь, правда, уже Мартынович, но делает передачу, и Дзюба забивает! Дзюба забил! Возможно, победный мяч! В ворота Краснодара, и бегает вдоль виража, целует воздух, обнимает всех, кого может обнять. Два зенитовца и четверо игроков полевых Краснодара. Пятый вот приходит. Но они всех переиграли. Мимо Мартыновича мяч катится, и Дзюба забивает из-под Кайю. Ну что же, когда же Кайю превратится в центрального защитника? Когда это произойдет? Вопрос открыт. Вопрос повис в воздухе. Ну что ж, 20 секунд, 19 секунд и 18 секунд до известия о том, кто становится лучшим игроком этого матча. Пока Дзюба делает передачу на кругового, еще дальше пропускает мяч Магомед Аздоев, и это победа! 3-1! Ну что за день сегодня? Забил Кузяев, который не забивал 2 года, и забил Алексей Сутармин. 3-1! Волевая победа «Зенита». Вот сейчас очень любопытно последить за тем, как работает «Зенит» тактически с верхней комментаторской позиции. Это прекрасно видно. Бариус играет сейчас направо. А вот 1-1, чисто Азмун! И 1-0! «Зенит» выходит вперед уже на первых минутах этого матча. 9-я минута, атака через центр. И 1-0. Здорово! Низом! Заметьте, пока «Зенит» ни разу не поднял мяч толком вверх, все внизу. И вот такой вот розыгрыш мяча привел к тому, что чисто Азмун выходит 1-1 и забивает свой 81-й гол в лиге. Вот так вот 1-0 уже на 9-й минуте. Вендел и диагональ теперь в правую сторону. Ух, здорово! Прими мяч, Караваев, было бы красиво, но не удалось с первым касанием мяч обработать. Вильена не сумел толком Караваеву помешать сделать передачу касания. Чисто в мяч, Бариос.
И здорово Кузяев катит штрафной, момент опасный. Дальше продолжение, завершение, вынимает 2-0. Азмун дубль, 82-й гол, 3 мяча до Вагнера Лава. Да, конечно, когда такое нападение, то обороняться очень и очень сложно. Словно коршун на добычу, да, Азмун налетает на мяч. Подбор за ним два раза подряд и вынимай. Да, ничего здесь Матвей Сафонов, которого мы видим сейчас, поделать не мог, конечно. 2-1, «Зенит» впереди. У меня было ощущение после Евро, как будто я вообще в другой город приехал. Ну, просто вот буквально несколько дней назад погода испортилась окончательно. А вот, может быть, голевой момент. 3-1 вынимаю. У «Зенита» что не атака, то гол. 3-1. Да, у «Краснодара», конечно, беда в обороне. Что не атака, то опасно. И ту статистику печальную для «Краснодара» по пропущенным мячам в этом сезоне я уже приводил. И ухудшает «Краснодар» свою статистику. Но что творит «Зенит»? Меньше трех в четырех матчах подряд «Зенит» не забивает. Вот это да. Не принимают решения. Малком справа входил в штрафную площадь. Тоже затянул немножко с решением. А теперь Мостовой долго думал, то ли бить, то ли в передаче сыграть. Продолжает атаковать «Зенит». Снова Малком. И еще момент. 23. Первый пошел, да? Сегодня аплодисменты сразу же со скамейки «Зенита». Ивич весь показывал перед этим эпизодом. Спокойнее, спокойнее. Надо подержать мяч. Не получилось. Монтуан. Видимо, последняя атака. 96-я минута пошла. Мяч у Монтуана. Слева круговой просит. Покати под левую. Но под левую Дугласу Сантосу. Подача на Ерохина. Сафонов. Кассьера. Кассьера западал. По-моему, чистый игровой эпизод. Об своего же игрока Сафонов перелетел. Его никто сзади не толкал. Мне кажется, арбитр имеет все основания был засчитан. Да, 2-2. Это делает, да. 2-2. Золотые для «Зенита». Два подряд мяча важнейших сезона залетают правые от нас с вами в ворота. 2-2.